Хочу сказать вам большое спасибо за ваши книги. После прочтения книги «Русь, Крымская область», ну, Россия, ну, неважно, я понял, что это информационная бомба, и для нашей власти это неприемлемо. И что-то типа запрета я ожидал. Но книга «Откровение Светланы», на мой взгляд, самая опасная для власти и церкви. После прочтения книги «Откровение», ну, намного лучше усвоил информацию из ваших других книг. У меня вопрос, собирается ли сдавать, ну, «Откровение», ну, уже, как говорится, уже не собираются, так что книга, вот не принеси сейчас уже и второй том, вот, кто уже купил, уже видит, то второй том уже. Так что теперь, к сожалению, больше ничего не будет написано ей. Хотя, опять-таки, я нашел там незаконченные материалы по поводу, так сказать, тамплиеров, и там тоже бомба, хотя незаконченная книга тоже получается о тамплиерах. Но скоро, думаю, это будет выставлено для скачивания, опять, потом уже будет издано. Просто для того, чтобы издать, нужно те тысячи иллюстраций, которые Светлана подобрала, подготовила, это и в других книгах, книги, которые она планировала. Нужно проработать, найти, которые касаются по тамплиерам. Может быть, выйдет незаконченно, тем не менее, пускай и незаконченно, но книга сама по себе, то, что уже есть написано ею, и то, что накопала информацию, это тоже бомба. Она действительно была воином, в полном смысле слова. Воином, который, так сказать, воевал и сражался до последней минуты. С первого дня, как мы познакомились, и дальше, у нее никогда не было сомнений или сетования то, что вот она так по-глупому связала со мной свою жизнь. Наоборот, сколько раз приходилось идти на встречу, где там были враги, где не знала, вернется она живой или нет, сколько иголок с ядом она получит в спину в это время и так далее, будет или не будет яд в чашке кофе, которую ей подадут, взорвут или не взорвут машину, в которую мы едем. Потому что не один раз были подложены взрывные устройства машины, но она ни разу не вышла. И не значит, что она хотела умереть или что не боялась, просто для нее были гораздо более важные вещи. То она не хотела показать, что как бы страх у нее не был внутри, она все равно не показала это врагу. Если бы спросить ее обратно, захочет ли она, если бы вернулась бы, она бы пошла бы по другой пути, она бы сказала, нет, если бы мне пришлось бы идти, опять я бы шла тем же самым путем и делала все то же самое. Потому что она действительно воин. Она действительно была валькирией. И не только валькирией, она действительно была дарой, несла много чего людям. И, к сожалению, очень много не смогла еще завершить, потому что незадолго до ее гибели мы говорили о том, что о ее планах, и она говорила, вот она нашла очень много документальных материалов, около 2000 фотографий и так далее, для своей следующей книги «Дети солнца». Последнюю работу, которую очень важную мы провели со Светланой,
как раз было в конце октября, задолго до смерти. И вот нужно было работать, и работа была действительно очень серьезная. Система черных, очень опасная для Земли, которую они планировали запустить в ближайшее время. И вот она, несмотря на все, несмотря на то, что перед этим ее сильно били, она собралась, и мы провели работу. Работа была довольно-таки долгая. Мы эту работу сделали, и в конце октября еще одна система черных, которую они держали про запас, была уничтожена. Я не думаю, что у них появится еще много таких систем, потому что действительно была очень серьезная система. И они не предполагали, что после того мордобития, которое мы устроили, что мы сможем что-то сделать. Ну, ошиблись. Мы смогли сделать, и все уничтожено было.